Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые коллеги, медицинские и клинические психологи. Вернее, так, клинические в скобочках, медицинские психологи. На ваших экранах вы сейчас видите методику, направленную на исследование активного внимания. Методик таких немного, тем более немного их из области детской патопсихологии. Это неофициальная методика, подобно тому, как корректорная проба или проба Ландольта для взрослых людей. Эту пробу нелюбезно, я ее подсмотрел, и мне любезно ею поделились мои коллеги, работающие в Екатеринбурге на 8-м километре Сибирского тракта. Они ее используют достаточно давно. По сути говоря, это та же корректурная проба, которую вы прекрасно знаете. Смысл в том, что это методика для детей. Предлагается в течение 2 минут, я забегаю несколько вперед, предлагается в течение 2 минут ребенку ручкой или карандашом проставлять соответствующие значки. Обратите внимание, в квадратике это галочка, в треугольнике это знак минус или черточка, в кружочке это плюсик, а в ромбике это точка. И соответственно ребенок засекается время, ребенок эту методику выполняет. Затем инструкция существует к этой методике. Я вам покажу ее в следующем видео. Инструкцию, она четкая, формализованная. Сейчас вы увидите только часть стимульного материала. Методика работает 100% на детишках. Никакая корректурная проба сравниться не может. А в следующем видео я вам покажу инструкцию. А через одно видео я вам покажу формулу расчета патопсихологической методики, что является очень большим достоинством этой методики, почему она и была создана. Можно формализовать в цифрах, графиках и отслеживать в динамике состояние ребенка, показывать это в отчетности, вкладывать в карточки, вклеивать в отделениях и так далее, и так далее, и так далее. Смотреть при расстройстве каких-то личностных и функциональных особенностей детишек. Уважаемые коллеги, пользуйтесь. Методика у нас стоит совершенно недорого. Стимульный материал прост. Секрет заключается в инструкции и формуле расчета. Она очень хитрая формула. Ее можно, в общем-то, автоматизировать в том же Excel. Любой там более-менее знающий программист это сделает для вас. У нас она есть, такая программка, но мы ее не продаем. Это наше ноу-хау. Ну, одним словом, коллеги, обещаю вам еще рассказать об инструкции и о формуле. Кроме того, если у вас возникнет такая потребность, мы с легкостью продадим вам этот стимульный материал. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!